Суд разрешил арестовать участников слежки за служителем Фемиды. Такое решение инстанция столичного сектора Чекана приняла в пятницу. Четверо подозреваемых проведут за решеткой 30 суток, пятый – 20. Информацию подтвердили в прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Ранее пресса писала, что служитель Фемиды работает в Кишиневской апелляционной палате и следили за ним якобы по заказу Вячеслава Платона. На портале Диски ДМД сообщается, что речь идет о судье Анжеле Бастан, рассматривающей дело, в котором фигурирует и сам бизнесмен. Оно связано с компанией «Молдосик». Платон эту информацию опроверг. Он считает, что его намеренно дискредитируют. Пресс-служба апелляционной палаты Кишинева отказывается давать комментарии по этому делу. Глава прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Ион Каракуян не подтвердил и не опроверг предположение, что речь идет об Анжеле Бастан. В пресс-релизе Высшего совета магистратуры действия лиц, которые вели слежку за судьей, названы недопустимыми и квалифицированы как посягательство на независимость юстиции. Ранее СМИ писали о причастности Вячеслава Платона к запугиванию и дискредитации служителей Фемиды, рассматривавших дела, по которым он проходил.